Беларуси вырастут пенсии и пособия на детей. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума. Величина используется при расчете размера разных социальных выплат. С августа бюджет прожиточного минимума увеличен до 175,5 деноминированных рублей. В последний раз он повышался в мае. В связи с повышением бюджета прожиточного минимума с августа увеличиваются трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышение к ним, доплаты людям, достигшим 75 лет. Также усилится социальная поддержка семьи в Беларуси. Увеличится государственное пособие семьям, воспитывающим детей, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная помощь на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, которые определяются законодательством. Это только одна из многих мер по государственной поддержке семей с детьми. В последние годы в Беларуси постоянно увеличиваются размеры пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предлагаются самые разные социальные услуги. Например, размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка за последние 5 лет увеличился более чем в 10 раз. Кроме того, в Беларуси работает масштабная программа долгосрочной поддержки многодетных семей – «Семейный капитал». Также с августа будет произведен перерасчет ежемесячного социального пособия, предоставляемого в рамках государственной адресной социальной помощи. Все новые показатели будут действовать в течение 3 месяцев. В целом социальные выплаты в Беларуси регулярно повышаются.